Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 10 августа – самый позитивный день. Изменения ожидают на всех уровнях. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Среда 10 августа пройдет под влиянием благоприятных 13 лунных суток, являющихся источником позитивной энергии для всех, кто следует своему предназначению. День хорош для взаимодействия со старшими коллегами и родственниками. Вы можете узнать много полезной информации. Кроме того, сегодня вы можете встретиться со своим прошлым, чтобы окончательно поставить точку в старых связях, оборвав которые вы прекратите отток энергии. Луна продолжает свое движение по созвездию Козерога, позволяя улучшить взаимодействие с окружающими, особенно если это люди старшего поколения. Люди становятся менее эмоциональными, однако остаются дружелюбными и отзывчивыми, поэтому вы легко найдете общий язык даже с незнакомцами. Также в эту пару увеличиваются шансы достичь успеха в карьере, верно выбрать направление деятельности. В 13-й луны сутки происходит обновление не только энергетической составляющей, но и вашего физического тела, поэтому вы ощутите бодрость и прилив сил. Изменения на ментальном уровне позволяют посмотреть на свое прошлое свежим взглядом и сделать верные выводы, избавившись от неудач. Это лучшее время, чтобы избавиться от внутренних противоречий и познать себя. День будет особенно удачен для смелых и решительных людей, готовых отстаивать свои интересы. Умение преодолевать преграды, не обращая внимания на имеющиеся сомнения, поможет открыть перед вами любые двери. Благоприятное влияние Луны позволит выйти за пределы своих возможностей и достичь любой цели. Сегодня вас может посетить вдохновение, подталкивающее немедленно взяться за кисть или освоить другое творческое дело. Даже если вы никогда не занимались ничем подобным, позвольте себе поддаться порыву. Вряд ли вы создадите шедевр, но занятие по душе поможет расслабиться и получить удовольствие от процесса. Сегодня будет успешна любая работа с информацией. Вы сможете легко получать и накапливать знания, не прилагая для этого существенных усилий. Все изученное сегодня отлично запомнится, оставаясь в памяти надолго. Любые физические нагрузки принесут пользу и оздоровят тело. Конечно, если ранее вы ни разу не делали зарядку, не стоит начинать с километрового кросса или поднятия штанги. Но избегать активности не рекомендуется. Если не хотите посещать спортзал или бассейн, устройте себе пробежку или позанимайтесь на свежем воздухе, к примеру, в парке или на даче. Луна советует. Сегодня не рекомендуется начинать новые дела, не завершив старые, поскольку нерешенные задачи могут напомнить о себе в самый неподходящий момент. Приступая к работе, избегайте шаблонных действий. Используйте нестандартный подход. Проявите напористость, отстаивайте свои позиции и не идите на поводу коллег и деловых партнеров. День не подходит для индивидуальной деятельности. Чтобы достичь существенных результатов, трудитесь в команде, попросите помощи у коллег. Больше общайтесь, проводите встречи, переговоры. Также это подходящее время, чтобы поднять вопрос о повышении или увеличении заработной платы. Однако менять место работы нежелательно. Отличный период для решения финансовых вопросов, заключения сделок, инвестирования. Любые покупки, кроме спонтанных, будут успешными. Можно оформлять кредит, одалживать и занимать деньги. Но перед принятием любого решения обязательно оцените риски. Отложите все масштабные работы по дому, сегодня они не принесут пользы. Все ваши попытки навести порядок или сделать небольшой ремонт обернутся поломками любимых вещей, травмами и потерей сил. Ограничьтесь приготовлением обеда и ужина. Желательно испечь для домочадцев круглый подовый хлеб, он принесет в вашу жизнь благополучие. Общение с окружающими складывается идеально, люди проявляют доброжелательность и миролюбие. Ссоры практически исключены, однако люди 13-го на сутки становятся очень чувствительными и впечатлительными, поэтому не заостряйте внимание на события, которые могут кого-либо ранить. Удачными будут романтические знакомства и первые свидания, поскольку день способствует взаимопониманию. Кроме того, сегодня вы получаете шанс вернуть в свою жизнь человека, с которым ранее произошло расставание. Если он вам все еще дорог, действуйте. В устоявшихся парах царит гармония и взаимопонимание. Проведите больше времени вместе, обсудите наболевшие вопросы. Это позволит стать ближе друг к другу. Благоприятная энергетика дня не распространяется на поездки, особенно длительные, поэтому постарайтесь остаться дома.
Если же путешествие или командировка неизбежны, позаботьтесь о возможных сложностях. Зарядите телефон, заблаговременно приготовьте документы, отправьтесь в путь заранее, поскольку велик риск дорожных происшествий. День является мистическим по своей сути, поскольку сегодня истончается грань между мирами, позволяя прикоснуться к непознанному. По этой причине даже самые простые обряды способны привлечь желаемое, допустимо использовать магию в группе. Привлечение изобилия. Это несложный метод, позволит вам получить неожиданную прибыль. Вам понадобится только ваша расческа и травяной настой, либо мята, базилик. Допустимо использовать несколько трав. Приступать можно в любое время дня, пока светит солнце. Смочите свою расческу приготовленным настоем, после чего подойдите к ней самому большому зеркалу, которое есть в вашем доме. Посмотрите на свое отражение и, не разрывая зрительного контакта, начинайте причесываться. При этом постарайтесь абстрагироваться от всего, что вас окружает, словно во всем мире существуют только вы и зеркало. И каждый раз, проводя по волосам, визуализируйте денежные потоки. Представляйте, как рядом с вами падают монеты, банкноты, драгоценности, отражаясь в зеркале и приумножаясь. Ощутите, как богатство, повинуясь вашей воле, устремляются к вам. Продолжайте так в течение 5 минут, после чего просто умойтесь. Все, ваше финансовое положение улучшится в самое ближайшее время. Чтобы стать красивее. Для сохранения, при умножении красоты, лучше всего обратиться к природе, которая в период растущей луны готова поделиться с вами энергией. Обязательно в течение дня выйдите на улицу, пройдитесь между деревьями, высматривая самое крепкое и молодое растение. Не торопитесь, прислушайтесь к себе. Сделав выбор, положите руки на ствол и мысленно или шепотом обратитесь к дереву, попросив поделиться молодостью и силой. Если вы ощутили тепло, притяжение, то все в порядке, вам готовы помочь. Вы сразу можете ощутить, как по телу начинает течь энергия, улучшается настроение, становится легче дышать. Когда ощутите, что получили достаточно сил, поблагодарите дерево и отстранитесь. Желательно повторять подпитку раз в 2 месяца. При этом не обязательно обращаться к одному и тому же растению. Чтобы получить информацию. Сегодня вы можете заказать вещи-сон, который даст необходимый ответ или направит в сложные ситуации. А для этого перед сном примите контрастный душ, либо умойтесь. После чего, когда будете ложиться спать, скажите такие слова. «Средь трех духов спать ложусь, к ним за помощью обращаюсь. Они все видят, все знают, на мой вопрос ответ ведают. Прошу, пошлите мне сон вещи, покажите, озвучьте ситуацию, которая требует совета. Увижу я, что есть и чему быть, как мне поступить. Дело мое верное, а слово крепкое, истина. Говорим один раз. Постарайтесь сразу заснуть, ответ придет во сне. Если вы наутро ничего не помните, то обязательно в течение дня вы сможете получить информацию. Ну а по народным приметам 10 августа отмечают День Прохора. Люди, родившиеся в этот день, испытывают сильное желание самовыражения. Это независимые интересные личности, которые имеют много друзей и любят путешествовать. В то же время они способны усмирить темные силы. Простые крестьяне, не обладающие ничем подобным, верили, что лучшая защита от происков нечисти – остро заточенный топор. По главной традиции этих суток, людям не следовало затевать никаких перемен ни в жизни, ни во внешности. Также избегали покупок, денежного или вещественного обмена. Согласно поверью, все приобретенное быстро сломается, а долг будет очень сложно вернуть. В это время начиналась грушевая пора. Помимо сбора поспевших плодов и их приготовления, существовало немало примет, связанных с грушей. Например, считалось, что веточка груши над детской кроваткой усиливает его умственные способности. А если в этот день на закате солнца съесть грушу, то во сне можно увидеть способ решения беспокоящего вопроса. Молодые девушки, недавно вышедшие замуж и часто страдающие от нападок свекрови, читали 10 августа заговор, чтобы та стала добрее и справедливее. Невестка покупала платок, который должен был понравиться свекрови, стирала его в воде, потом вешала сушиться и говорила такие слова. «В голове твои мысли черные, да на языке слова грязные. Так ты мой подарок на голову надевай, все зло с себя снимай. Платок водой омыт, мысли твои злобы лишит. Будешь со мной дружить, обо мне только доброе всем говорить. Истина». Говорили один раз.
На следующий день дарили этот платок свекрови. Чтобы действие заговора начало действовать, нужно было, чтобы свекровь надела его на голову, хотя бы для примерки. Сны в этот день – вещи, они показывают серьезные перемены в жизни спящего или близких ему людей. И по традиции перед сном каждый из вас, перед тем, как ложиться спать, проговариваем такие слова. «Мой организм настроен на исцеление во время моего сна». Повторяем один раз, и вы посмотрите, как вы себя будете бодро чувствовать на следующий день.